Всем привет! Распаковка очередного инструмента. Это такой отбойник фирмы Днепро-М, модель BH30. Значит, дали нам в комплекте смазка и смазка для редукторов. Молибден. С молибденом. Ничего себе. Наверное, какой-то компонент. Да, это химия, молибден, да. Вот есть характеристики. Так, есть, да? 1400 ватт. Значит, 9 джоулей сила удара. Бетон 40-120 миллиметров. Бетон ВУР 16-35 миллиметров. Степень защиты IP20. Количество оборотов 570, максимальное количество ударов 3800 хлорин. Сразу хочу сказать, что вот эти хлипенькие очень крепления. Можно, если ты плохо сложил, легко их отломать, что я и сделал. Так что, производители Днепро-М, если там можете, что-то придумайте, пожалуйста. Так. Идет такой коврик, там бутерброды, чай можно. Тоже идет смазочка дополнительная, 40 грамм, универсальная. Для хвостовика. Да, идет вот такой ключ, для того, чтобы разбирать сам перфоратор, механизм удара. Это под болгарку, это разводим. Так, тут у нас должны быть щеточки, инструкция. Ух ты, да, щеточки такие. Так, тут у нас идет бур. Я думал, металлические. Так надо было ножом разрезать. А, слушай, да. Сейчас ты. Сказали бы потом, это проплачено, знаешь, как это. Ну так, может, правду надо людям рассказать. Идет бур специальный. Ничего себе. Он идет SDS Max, по-моему, называется. Этот размер. То есть, если у вас обычный шуруповерт, то вы это сверло туда не ставите. Это на это. Слышишь, на палец, смотри. Да, да. Это можно на медведя какого-то идти. То есть, он идет 18, этот бур на 320, и это идет обычное зубило. Так. Убило. Ну, и переходим уже непосредственно к самому перфоратору BH200. Выглядит, конечно, он серьезно. Он очень тяжелый. Ну как очень тяжелый? Оправданно тяжелый. Да, да. То есть он берешь в руки, он реально вот одной рукой долго его не подержишь. Ну, это же специальная аппаратура. Им же надо только лежа работать. По-моему, у него индикатор на щетке есть. Да, да. Получается, тут есть три режима. Ну, я вам так скажу. Первое ощущение, конечно, что это зверь какой-то. Тестируем перфоратор бочковой BH200. Thank you.
гранит, это можно не асфальт отбивать. Не, это не гранит, это просто хороший бетон. Это марка 250 мы заливали. Так. Сумишек, а теперь... Пику эту? Ну, правда, мы будем тут не пикать. А. Сделаем немножечко поправку на то, что... Да. Ух ты. Новая пика. А это у нас старая лопатка, которая, кстати, тоже есть на первом видео. А эта пика не станет, да, туда? Снимаешь? Да, так, пусть снимает. Что такое? Пусть снимает сами. Что такое? Дай сюда, да, моряк. Моряк Папай. Ну, теперь как бьет. Да не, этот без 190. Шансов. Без шансов, да? Я думаю. Какие прогнозы? Тоже. Никаких шансов. Я думаю, не сразу. Бьет. Ну, вот тяжко ему. Получается, какая ситуация? Вот по работе явно видно, что это намного мощнее аппарат. Как минимум на 2 джоуля. Вот, это тоже классный. Так что вот такое видео. Всем спасибо. Пока.